Всем привет, я Саняна Ленин, я делаю обзор, мне очень грустно, у меня нет девушки, но это серьезно. Короче, блин, это похоже на какую-то фасмантагорию, ну короче, не будем говорить об этом, во всем о грусти. Короче, я делаю обзор просто, не знаю, куда поставить эту камеру, чтобы она нормально снимала. Все видно было. Я лучше на окно поставлю. И чем-нибудь ее. Так. Надеюсь, видно. Это уже не первый обзор. Вот два йогурта. Слобода за 50 с чем-то, 6% жирности. И Слобода за 40 с чем-то, 2,7% жирности. И она меньше по размерам. Слобода вот. Со вкусом манго. Термостатный йогурт, а это био-йогурт. Очень большая разница. Открываем. Открывается легко. Маленькая вот эта слобода новая. Открывается легко. Здесь нету слоя из этого йогурта. А здесь, смотрите, открываешь. Тут вот этот йогурт на крышке. Неудобно открывать. Сейчас проверим разницу. Я беру сейчас орешки. Вот такие орешки. Вот такие орешки. Сыплю сюда. И чуть-чуть сюда. Потом беру грецкие орешки. Сыплю сюда. И чуть-чуть сюда. Потом беру вот такие орешки. А, по-моему, это арахис. А, вот еще есть арахис. Очищенный. Сыплю сюда. Немного сюда. Где крышка? Вот. Поднимаю таблетку, чтобы еда не гнила и задержалась в организме. Лучше две приму, вторую после. Потому что когда меня разлюбила девушка, я 3 года уже хожу, дрожу и медленно гнию. И это не шутки никакие. Так, неудобно здесь немножко, сейчас я, вот как выглядит, сейчас я сначала попробую новый, вот этот, размешаю, если возможно, он более густой, сейчас посмотрю, записывает, нет. Да, записывают, вот сейчас я запишу, как они выглядят сверху. Вот я добавил орешки сюда. Ах.
Крыша. Иван Крыша. Сброд, с которой не будем об этом. Вы уже знаете, наверное. Хотя меня смотрят 0 человек. Привет, 0 человек, подписчиков. Ой, 0 человек, которые смотрят меня и полторы... Ой, сколько там писалось от меня. За месяц каждый день отписывается... Ну, каждый день там человек отписывается вот, от меня. Это нормально. Какая разница, все равно я скоро сдохну, и канал загнется. Никому он не нужен, блин. Вот размешиваю. Чувство такое в груди тяжелое. Да нет. Либо стоя надо, либо как-то... Плохо, что он вываривается. Как-то он вкусный, но он вываривается. Хороший йогурт. Сквашивается в баночке. Это нормально. Может принять транквилизаторов, я не знаю, у меня что-то опять... Мне каждый день грусть гложет. Пожалуйста, вернись ко мне. Этого никогда не произойдет. Лучше я сдохну, чем дальше так жить. Сюда нужно добавлять больше орешков. Ладно, попробую так. Хороший, вкусный йогурт. Дешевый. Только он полностью скопирован с западного аналога. Даже дизайн. А может это и есть. Западный, только на русском переведен. Да, чувствуется манго вкус. Сам йогурт такой вкусный, нежный. Начинки манго здесь достаточно много. Ну, начинки типа манго. На самом деле это не манго. Открывать нечем, потому что кофе я не пью, водой запью. А если мне под поезд прыгнуть, чтобы голову отрезал мне. Ой, это просто из Анны Карениной я пересказ сделал. Это просто Толстой Анна Каренина. Никакого здесь призыва, никого не призываем. Это просто вспомнил классическое произведение литературное Анны Каренина. Еще это в этом Берлиозе там. Мастере
и Маргарита, Аннушка там разлила. Тоже упоминалось. За это же не банят. Это не призыв ни к чему, это просто художественное произведение. Я могу рассказать. Я же могу рассказывать художественные произведения. Размешиваю здесь, вот в этом йогурте, орешки. Благо здесь шире вот это мелкая эта баночка, что можно орешки размешать. И получается по консистенции так интересно. Густая и такая, смотрите, аппетитная. Ой, господи. Меня никто не любит в этом городе. Я знакомился 1000 раз. Никто не хочет быть моим другом или подругой. Никого. Антон Ленивчиков, это не совсем, это не друг, это просто знакомый такой, который раз в 3 года. И то, может быть, мы уже с ним уже не увидимся никогда. Я не хотел тебя обидеть, если что, задеть как-то этим. Скорее всего, ты не считаешь меня другом. Ты меня считаешь поехавшим, я это знаю. Знаешь, как в произведении Льва Николаевича Мышкина, там он, Лев Николаевич Мышкин вначале, можешь почитать, он шел с одним щеголем. Ну, таким, знаешь, нормальным, типа, вот как ты, модно одетым. И тот начал издеваться над Львом Николаевичем Мышкиным, думая, что тот идиот. И Лев Николаевич Мышкин сказал, Лев Николаевич Мышкин такой говорит, что я понимаю, ну, типа, он его так осадил, знаешь, так тонко и круто, что тот офигел, типа, он думал, что он издевается над тупым идиотом, который не понимает, а он, оказывается, все понимает, и как бы осадил его так, знаешь, культурно и при этом очень круто. Вот почитай Достоевского «Идиот». Вот ты считаешь меня идиотом? Можешь считать, но только знаешь, я понимаю все, когда ты издеваешь, когда ты что говоришь там, что-то там мне, когда ты смеешься. Ну, короче, не будем застряться на этом. Не хватает только изюма, замоченного в воде. Добавить сюда изюма, и вообще очень вкусно будет.
Правда, это удобно было запивать кофе, но я решил не пить вообще кофе из-за синдрома беспокойных ног. Блин, да что ж там за такое? Приходи, я дам тебе все, что у меня есть. И ты уйдешь, и я останусь один. Ты просто уйдешь. Просто возьмешь и уйдешь. Я останусь один. Плакать. Потом, точнее, на следующий день я буду идти плакать по улице. Вот и все. Транквилизаторы. Назепам. Алпрозолам. Бесплатно. Бери хоть все. А я спрыгнул с крыши. Просто так. В трезвом состоянии. Не просто так. Да, я опустился до попрошайничества. Задайте, пожалуйста, мне на врача. Мне не хватает. Там нужно 1000 на врача. Он выпишет рецепт, я куплю флуоксетин. Начну принимать. Флуоксетин стоит от 50 рублей до 150. По 20 капсул там есть разные. Какие повезет там, какие их обычно там приходится ходить по аптекам, искать. И нейролептик куплю, может, он поможет. Нейролептик. Постараюсь купить сегодня, если без рецепта продадут. Стоит он 850 рублей. Флуоксетин дешевый. Вот съел йогурт. Два йогурта 100 рублей всего стоили. Ну, даже меньше чуть-чуть. 90 с чем-то там, 90. Ну, я могу чек показать. Все, это был обзор на йогурт. Ставьте лайк, донатьте, если хотите. А если не хотите, обращаюсь к нулю зрителей. Можете не ставить, не донатить, ничего. С вами был Санян Алёнин. Саня Алёнин с вами был. Ах, блин, как грустно. Все, до новых встреч.